Ежедневно в нашей жизни возникает множество ситуаций, и не все из них мы в силах разрешить самостоятельно. Вопросы в правовом поле логично доверить профессионалам. Тем более, когда есть возможность получить такую консультацию бесплатно. Уже доброй традицией стало проведение акции к праздникам, ко Дню пожилых людей в том числе. Часто обращаются граждане к нам, получают бесплатные консультации в этот день. Если вы обратили внимание, сегодня граждан достаточно много. В основном обращаются за удостоверением завещаний, просят разъяснить права по наследованию. Также обращаются за удостоверением разного рода договоров. Брещанка Тамара Михайловна уже не впервые становится клиентом нотариальной конторы. А все потому, что здесь ей не раз объясняли простым и понятным языком самые разные юридические термины и помогали разрешить самые сложные вопросы. Женщина была приятно удивлена, что в этот раз за консультацию платить ничего не надо. Возможность именно бесплатного обслуживания для нас, пенсионеров, это огромный плюс, потому как, вы знаете, наши небольшие пенсии. Относятся к нам здесь внимательно, очень внимательно, я бы сказала. Это тоже немаловажно. Обращалась я уже несколько раз, вот сейчас обратилась по поводу оформления доверенности на получение пенсии. Хочется сказать большое спасибо нашим нотариусам за то, что вот проводятся подобные акции. И в будущем, возможно, пусть они, эти акции будут почаще. К слову, в рамках акции нотариусами Брестского нотариального округа была дана 431 консультация. В нотариальные конторы Бреста обратилось 148 человек. Чаще всего граждане обращались по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, удостоверениям договоров дарения.